Всем привет, на связи IT District и сегодня у меня есть для вас некоторое короткое сообщение. Кто постоянно смотрит мой канал, тот знает, что недавно я сказал о том, что в сентябре планируется выход новой обучающей программы WordPress Academy, в которой я полностью из вас могу сделать профессиональных разработчиков WordPress и все это сделать за три месяца. И, ну, в общем, я планировал сделать так, чтобы все отснять, да, скомпоновать, как обычно, и просто выложить в режиме видеоматериалов, как обычно. Но я немножко все переосмыслил и решил сделать все это в живом формате, то есть специально на закрытой платформе будут ежедневно выкладываться видеоуроки, разбитые по блокам, засмотренные в программе обучения. Программу обучения я выложу сегодня вечером. Суть следующая: я буду выкладывать ежедневно видео-видеоролики. После просмотра каждого видеоролика будет домашнее задание, которое вы должны сделать и отправить мне. После того, как ваше домашнее задание будет сделано правильно, вы будете получать доступ на следующий день к следующему уроку, и так на протяжении трех месяцев, вы сможете стать настоящим WordPress-разработчиком, или просто, если вы делаете хотите делать сайт для себя, вы сможете с легкостью владеть этой самой популярной CMS-системой. Для... Почему я решил все это переделать? В общем, когда вы выкладываете в формате видео то, как правило, люди неохотно проходят, ну или охотно проходят, но полного результата ну, многие так и не достигают, потому что они правильно сконцентрированы на обучении. Этот мой подход позволит сделать более качественное обучение, более качественно. Вы сможете получить более качественную обратную связь, и я смогу вас направить, подсказать на ваши минусы и на что сделать упор. В общем, суть в следующем: я буду выкладывать ежедневно видеоролики вы будете их проходить, вы будете проходить видеоурок день за днем и по вечерам, или когда вам удобно делать домашние задания, они, как правило, по материалу видеоурока, они довольно будут, там буквально несколько минут на них нужно будет затратить, чтобы все их сделать. В общем, я решил заранее запустить этот обучающий курс. По факту он, наверное, скорее всего, будет последним по тематике создания сайта, потому что после него просто нечем будет больше учить. На самом деле вы станете полным профессионалом. И в общем я этот курс запущу сегодня уже вечером. Потому что большинство уже отснято у меня. А и самое важное, вы сможете сами даже подкорректировать программу обучения, написать и подсказать, на какую тематику вы хотите еще увидеть видео. И я добавлю их в этот курс. Так что полностью, чтобы мы полностью все обхватили. В общем, сегодня где-то часиков 6 вечера я Презентую программу обучения и запущу обучающий курс заранее. Все до вечера.